Мы недавно уже рассказывали о награждении отличившихся учащихся и педагогов. Наш Славянский район так богат на таланты, что все дарования не могут быть отмечены в ходе одного мероприятия. Доброй традицией стало чествовать тех, кто своими творческими успехами и победами прославляет наш район, да и всю Кубань, кто демонстрирует упорство в достижении поставленных целей, любовь к своему делу и профессионализм. В городском доме культуры собрались способные ребята и их педагоги со всего Славянского района. Юные музыканты, артисты, художники, экологи, краеведы, техники, спортсмены. Словом, те, кто уже проявил себя, добиваясь побед на конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях всех уровней, пришли сюда по праву. Сегодня будут награждены ребята и наставники, которые добились высоких результатов во всероссийских, международных конкурсах, конференциях. Это ребята, которые получили свои достижения в сфере образования, спорта, в сфере культуры. Мы гордимся своими учениками, гордимся их победами весомыми и хотим, чтобы они и в дальнейшем побеждали. Славянское отделение развития творчества «Жар-птица» делает все возможное, чтобы содействовать росту юных талантов. Увлеченные педагоги отделения каждый день широко открывают двери для способных ребят. Действительно, у каждого ребенка есть талант. Именно на своих занятиях я помогаю увидеть, в чем талант конкретного ребенка. И естественно, если он находится в своей среде, естественно, для него среде, то ему это нравится, у него это получается, он добивается успеха и спешит ко мне на занятия. Когда учащиеся чувствуют неравнодушие и видят увлеченность творчеством со стороны педагогов, это и их стимулирует к развитию. Я хожу на занятия 2 раза в неделю. Каждый раз я пытаюсь полностью выложиться, несмотря если даже тяжело, это все равно как физическая подготовка, укрепляются те же мышцы, грация появляется. И когда уходишь уже из занятий, вроде и тяжело, но понимаешь, что надо. И когда ты будешь выступать на сцене, ты будешь лучше показывать себя и показывать лучше свой коллектив. Церемония «Созвездие талантов 2019» была украшена выступлениями лучших творческих коллективов. Самые добрые слова прозвучали в адрес ребят и их педагогов в этот день. Каких затрат сил и времени потребовали достижения юных славянцев, они стали результатом большой работы. И вот на сцену городского дома культуры выходят лучшие. И всех их от чистого сердца поздравляют с победой. С каждым годом все больше и больше тех ребят, тех педагогов, которые заслуживают награждения. Мне приятно, что в Славянском районе популяризируется спорт, популяризируется образование, успех. И, наверное, благодаря этому вот все больше и больше ребят заряжаются той энергией, чтобы участвовать в различных соревнованиях, заниматься творчеством, спортом, культурой, образованием. Роман Синеговский пожелал всем собравшимся удержаться на высоком уровне и добиться новых успехов. Затем были оглашены имена победителей в номинациях «Спортивный успех года» и «Творческий успех года». Памятным знаком «Творческий успех года» в отрасли образования были награждены Кира Капустинская и Ирина Бабинец, дуэт «Браво», лауреаты и победители многих конкурсов и фестивалей. Я занимаюсь 6 лет, люблю петь. Очень нравятся спокойные, тихие песни, ну, такие веселенькие бывают. Я, конечно, очень рада, что нам вручили. Такое бывает редко. Памятный знак «Педагог-наставник» был вручен Ксении Ивановец, которая работает с талантливым дуэтом. Сегодня я с огромной радостью приняла этот приз. Мы очень долго к этому стремились. Каждый год я смотрела на своих коллег, которые удостаивались данной награды и мечтала когда-то завоевать такую же. Сегодня нам это удалось благодаря моим воспитанникам. Дуэту «Браво» — это Капустинская Кира и Бабинец Ирина. Весь зал рукоплескал Вячеславу Михайловичу Зосиму, почетному работнику общего образования Российской Федерации,
который уже более полувека работает в отрасли, победителю в номинации «Педагог-легенда 2019». Я хочу, чтобы школа все время была на виду, вот, чтобы славянский спорт всегда был в числе первых. И спасибо всем тем руководителям, кто в это тяжелое время помогал спортивной школе. В этот день в зале городского дома культуры зажглась не одна звезда, а целое созвездие талантов. Благодаря трудолюбию и целеустремленности славянских детей и их педагогов будут развиваться наш район, Кубань и вся Россия. Завершилась церемония чествования на самой оптимистичной ноте. С пожеланиями здоровья и уверенности в завтрашнем дне, новых побед и свершений. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».